Российский киноэкипаж отправился на МКС для съемок первого фильма в космосе. Корабль «Союз» стартовал с космодрома Байконур. Он доставил на МКС съемочную группу, которая почти две недели будет снимать на орбите художественный фильм. Корабль со съемочной группой первого фильма в космосе долетел до Международной космической станции по сверхбыстрой схеме и пристыковался к ней в ручном режиме. Таким образом, время его пути к МКС составило 3 часа 27 минут. Полет продлился на 10 минут больше запланированного срока из-за отказа системы автоматической стыковки. На борту корабля съемочная группа проекта «Вызов». Режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд, а также командир корабля космонавт Антон Шкаплеров. Они займутся съемками первого в истории художественного фильма в космосе. Это драма о враче, которая отправилась на орбиту для спасения жизни космонавта. Подготовку к этому полету режиссеры и актрисы вели на протяжении нескольких месяцев. Им пришлось познакомиться с бортовыми системами, устройством, оборудованием «Союза» и МКС, а также пройти физическую и психологическую подготовку, а затем на экзаменах в звездном городке получить доступ к старту. 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю вместе с космонавтом Олегом Новицким.